Осенний призыв в ряды вооруженных сил Российской Федерации стартовал 1 октября. Люберецкие будущие защитники Отечества, как и полгода назад, в весеннем призыве могут похвастаться хорошим здоровьем и инициативностью. Некоторые из них попадают в лучшие воинские части страны. После того, как призывник получил повестку, он должен прийти в военкомат, где его ждут медицинская и призывная комиссии. Именно здесь и решается, годен он или нет, и в какую часть направить парня на службу. У нас все молодые ребята, в основном, это Западный военный округ, части Западного военного округа. Также будем призывать Черноморский флот, Балтийский, Тихоокеанский. Но процентов 80-90 попадет в ряды Западного военного округа, то есть центральная наша часть. Как и полгода назад в весеннем призыве, в осеннем люберецкие ребята показывают хорошее здоровье – 76% годности, а также сознательность и инициативность, за что и получают, как эти, направления в президентский полк. Я не старался попасть сколько в президентский полк, я сколько старался попасть просто в хорошие войска по типу ВДВ или морпеха, а вот мне тут так повезло, что могу попасть в президентский полк. Личной заслуги здесь нет, наверное. Это благодаря тому, что я занимался спортом более 10 лет. Ну и мозги на месте, наверное. В армии сейчас понимают, необходимо привлекать молодежь. Чтобы служить, шли лучшие из лучших, нужны условия. И они появляются. В частях есть спортзалы, в некоторых даже бассейны. Спальные места уже начинают устраивать по принципу общежития. Питание уже полностью, естественно, трехразовое, на выбор. По 2-3 блюда, то есть готовят гражданские повара, это все не солдаты-срочники, как раньше было. Спортом уже занимаются ребята в спортивных костюмах, то есть не как раньше, с голым торсом в сапогах. По словам военного комиссара, в настоящее время выросла необходимость в контрактниках, тех, кто служит не год, а два, а также в призывниках с высшим образованием, так как современная техника компьютеризируется и требует новых знаний. Поэтому в условиях службы у таких бойцов еще больше привилегий. Яна Яковлева, Дмитрий Родянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.